поступает очень много вопросов, какова судьба Тургеневского дуба. Но первое, что хочу сказать, мы собрали все стволы, всю крону, которая осталась после дуба, и мы вывезли на хранение, и дальше уже будем думать о том, какие будем готовить какую-то сувенирную продукцию из этой древесины. Что касается ствола, который сейчас еще остается у нас в парке, мы его будем извлекать из земли и перевезем на хранение, законсервируем. В ближайшее время в правительстве Орловской области состоится рабочее совещание под руководством Андрея Евгеньевича Клочкова с приглашением тургеневедов, краеведов, архитекторов для того, чтобы обсудить дальнейшую судьбу основного ствола Тургеневского дуба. После трагедии мы получили просто огромное количество комментариев, и мы проанализировали 95% тех, кто откликнулся на эту трагедию, говорят о том, что здесь, вот на этом месте, необходимо посадить дуб. У нас есть прямые потомки Тургеневского дуба, которые мы выращивали из его желудей. Есть пятилетние, есть десятилетние молодые дубы. И есть предложение устроить такую всероссийскую акцию, и чтобы молодой дуб на этом месте посадили самые знаменитые российские писатели, такие как Варламов, Водолазкин, Юзефович, Кураев. Еще 70% откликов говорит о том, что необходимо музеифицировать ствол Тургеневского дуба. И мы обсуждали уже с Андреем Евгеньевичем эти предложения. И как раз вот это рабочее совещание будет посвящено дальнейшей судьбе ствола Тургеневского дуба. Это будет арт-объект. И я думаю, что мы объявим российский, а может быть даже международный конкурс на лучший проект музеификации ствола Тургеневского дуба. Что касается причин гибели Тургеневского дуба, 1 декабря, на следующий день после трагедии, сюда приехала комиссия, и вот сегодня мы получили заключение о том, что были обстоятельства непреодолимой силы, как то ураганный ветер, и, к сожалению, корень дуба был поражен гнилью, вызванной опеночным грибом. Но хочу сказать, что помимо дуба еще 35 деревьев было повалено, и в течение недели мы привели парк в порядок, и с прошлой субботы мы уже открылись и принимаем посетителей. И сейчас у нас идет акция «Дубу поклонитесь», и любой желающий, кто приедет к нам в Спасск-Колутовиново, может взять веточки Тургеневского дуба. Так что мы приглашаем всех в Спасск-Колутовиново прийти и поклониться Тургеневскому дубу.